саженцы вейгелы, цветущие на новориега-то, придутся, кстати, для множества композиционных решений, от одиночных высадок до контрастных композиций, хорошо смотрится на фоне ухоженной газонной травы. Кустарник поднимается до 1,5 метра вверх, разрастаясь на 2 метра в диаметре. Листья, одна из декоративных составляющих этого растения, ярко-зеленый основной окрас со светло-кремовой каемкой. Цветы появляются в мае-июле, крупные, трубчато-колокольчатой формы, от светло-розового до розово-фиолетового оттенков. Возможно, покупка крупномера вейгелы, цветущей на новориега-то. Негативно реагирует на уплотнение почвы. Вейгела, цветущая на новориега-то, это кустарники высотой от 50 до 60 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый. Второй раз в году вейгела цветет в месяц август, сентябрь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.